раньше это называлось спуск пассионария, сейчас не знаю. Спуск ключевыми. Вот отсюда очень хорошо видно наши обезьяны. Да, вот я поеду здесь искал. Во-первых, отсюда хорошо видно, во-вторых, не капает. Да. Ах ты. Не язык, она ест красный перец. Красный перец? Да. Так она с Кавказа. Красный сладкий перец, не горький. А, не горький. Нет. Не у всех предки слезли с пальмы, у некоторых явно рухнули с дуба. Так, ну что, на верблюдов пойдем смотреть. Да. 5 сентября 2020 года. Да, там выход, но мы можем выйти.